Приветствую тебя на моем канале. Сегодня у нас на повестке дня мультиварка Штеба DD2XL Eco. Настоящий кухонный помощник, который обещает облегчить жизнь и превратить готовку в удовольствие. Мы разберем все ее особенности, функции, а также обсудим, что в ней отличного, а что могло бы быть и лучше. Не пропусти, будет интересно и полезно. Ссылки на товар, как всегда, в описании под видео. Поехали! С первого взгляда на ее дизайн становится ясно, что производитель уделил внимание не только функциональности, но и внешнему виду. Итак, размеры этой красавицы. Ширина 31, высота 30 и глубина 28 сантиметров. Она достаточно компактная, чтобы поместиться на любой кухне, но при этом вместительная и мощная. Металлический корпус и удобные ручки делают ее не только эстетически приятной, но и практичной в использовании. Внутри находится антипригарная чаша, которая легко моется и обеспечивает равномерное приготовление пищи. Не забудь заглянуть в описание под видео. Там я оставила для тебя ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе совершить покупку с максимальной выгодой. Мультиварка Штеба DD2XL Eco предлагает множество уникальных функций, которые делают ее незаменимой на кухне. Главное преимущество – это сохранение полезных веществ в продуктах. Во время приготовления еда готовится под давлением пара, что позволяет сохранить более 60% витаминов и 90% аминокислот. Минеральные вещества остаются нетронутыми, а блюда сохраняют естественный вкус. Благодаря этому можно использовать меньше соли и специй, при этом еда остается вкусной и легко усваиваемой. Одной из ключевых особенностей является способность мультиварки-скороварки Штеба значительно сокращать время приготовления – до 70%. Работая при 0,7 бар избыточного давления, прибор обеспечивает более высокую температуру варки, ускоряя процесс готовки. Если требуется сохранить максимум витаминов и минеральных веществ, можно использовать режим с более низким давлением, где температура не менее 100 градусов Цельсия, что позволяет бережно готовить продукты. Штеба DD2XL Eco также радует наличием 9 стандартных программ – суп, обжарка, мясо, рыба, приготовление на пару, овощи, каша, томление плюс и подогрев. Это разнообразие программ позволяет готовить практически любые блюда с минимальными усилиями. При этом можно вручную регулировать давление пара, время приготовления и температуру, адаптируя процесс под конкретные продукты или личные предпочтения. Эта мультиварка действительно делает процесс приготовления пищи проще и быстрее, сохраняя при этом все полезные свойства продуктов. Теперь давайте посмотрим на отзывы пользователей и выясним, что говорят реальные владельцы мультиварки. Сначала пройдемся по минусам. Некачественный пластик на крышке. Тяжеловатый и занимает много места. Отсутствие слива конденсата в крышке. Режим обжарки неэффективен. А теперь перейдем к плюсам, которые действительно впечатляют. Возможность регулировки температуры. Интуитивно понятное управление. Стильный дизайн. Чаша из нержавеющей стали. Классные аксессуары в комплекте. Мясо получается как из печи. Наличие ручных режимов. Быстрая готовка. Легкость в уходе и мытье. На этом все, друзья. Напомню, что в описании под видео вы найдете ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод. Не забудьте поделиться своим мнением об этой модели в комментариях. Всегда интересно узнать, что вы думаете. Если вам понравился обзор и хотите видеть больше таких видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До скорых встреч и приятного вам приготовления!